Нас на свете два громилы. О, тири-тири-бум-бия. Один я, другой Гаврила. Гаврила! Гаврила, правильно. Гоп, тири-тири-бум-бия. Друг на друга мы похожи. Гоп, тири-тири-бум-бия. Как две туфли. В одной коже. Правильно. Да, не забыть наши первые гастроли, и нас провожали наши девушки, и мы тогда уезжали из парка. Куда мы летели? Мы летели в Ташкент, потому что в каждых странах и в каждых городах я покупаю себе музыкальные инструменты, потому что занимаюсь эксцентрикой, а Сережа покупает какие-то вещи для театра. И вот мы тогда купили в Ташкенте, в ГУМе, вот такие тюбетейки. Представляете, это еще те тюбетейки. Барабаны мне принесли, халаты тоже. И вот такие, можно шадеть. И вот мы купили эти тюбетейки на улице 42 жары. Вот, ГУМ, город Ташкент. И мы с Сережкой услышали мелодию, которую знали всю жизнь. У меня такое ощущение, что я даже ее играл, это где-то мелодию. Но когда услышал, на каком языке это поют, вы знаете, нас охватил кондрат. Два милиционера узбекских нас вытаскивали оттуда Сережкой. Мы не прибавили ни йоты, ни на секунду не прибавили и не убавили. Что мы тогда услышали, тоже где-то лет 15 назад. Танцуйте. Машмай, Мангарима, Узбекистан. Юдашин бо, югидрилилим басмай. Юдашин бо, мама, югидрилилим басмай. Сейчас транслейка будет, перевод, Йоханн и Баба, слушайте. Если бы парни всей земли дать бы по рублю бы не смогли, вот было б здорово тогда. Думал по неделе, как я. Не похожи на тебя, не похожи на меня. Просто так прохожи, парень чернокожий. А я говорю, что ты говоришь, что не говоришь, что не говоришь. Бам, слышишь, время гудит, бам, на просторе груди, бам, и густой тагапак. Дай вам Бог, Аллах, здоровья. Живите дружно, дорогие мои, не болейте. Потому что настанет тот момент в жизни, когда снова придется мириться. Лучше, чтоб не ссориться, правильно? Узбекский соло, слышите? Оп, есть, сэр.